Как вы думаете, дорогие коллеги по заболеванию, а как вот эту вот лампочку извлечь из-под этого вот стеклушка в замкнутом зеркальном боксе? Наверное, откручивается крышка. Нет, не откручивается. Откручивается нижняя крышка. И ты видишь только обратную сторону этого зеркального бокса. В нем тоже никакой крышечки нету. Итак, Холмс, черт возьми, как? А вот смотрите. Показываю. Легким движением руки. Оп. Сдвигаю стеклышко. И вот она, лампочка. Пожалуйста, вкручивай, выкручивай, заменяй. Развлекайся как хочешь. А потом так. Ай. Все. И полное ощущение, что она тут цельно летая, запаяна в эту верхнюю панель. Тут я понимаю промышленный дизайн, а? Да, друзья, это самый настоящий теплый ламповый ЦАП. И сразу скажу, что эта штука, конечно, безусловно, для тех, кто понимает. Вы что там, все еще декодируете МКУА? ДСД воспроизводите? Тогда мы идем к вам. Ибо степень аудиофильскости этого девайса зашкаливает. Итак, лампизатор. Слово-то какое. Слышали ли вы когда-нибудь слово лампизатор? Да, а мне приходилось. Лампизатор – это, конечно, кадр. Вот посмотрите на этого типа гражданской наружности. А зовут его не как-нибудь, а Лукаш Фикус. Это я понимаю фамилия. Ну, конечно, какой же быть еще фамилией у главного польского аудиофила? Значит, под своим брендом «Лампизатор» он делает чего только не делает. Прежде всего, как раз-таки ламповые цифроаналоговые преобразователи. Усилители, еще что-то трали-вали. Вставляет эти лампы бог знает куда. В плееры «Оппа», помню, вставлял. В проигрыватели «Тиак» вставлял. Куда он только лампы не сует. И это, конечно, абсолютно отбитый разработчик из тех, что цифры ничто, звук все. Я так слышу. И кроме лампы нет бога, а он фикус, пророк его. И, в общем, у него огромная номенклатура изделий, абсолютно безумных. Он, естественно, продает их за изрядные деньги всяким европейским отбитым аудиофилам. Выставляется в Мюнхене, все как положено. Он не просто самый знаменитый хай-энщик польский. Он реально известен. У него даже респект от журнала «Стереофайл» есть. Повелитель бутикового хай-энда. Ну... Не буду хвастаться, что я, конечно, с ним тоже сливовицу пил. Нет, не пил, я всегда обходил его стороной. Потому что, честно говоря, ну вот, больше всего он напоминает, и все, что он делает, это то, что делают наши самодельщики, которые выставляются в МТУСИ. Ну, то есть, степень безумия... У него даже корпуса. Я помню, это дико повеселило. Я как-то, когда был в Мюнхене на одной из выставок, тоже он же выставляется, посмотрю, что-то знакомое. А это же такие корпуса, как у усилителей «Русич». И надписи в таком же стиле. Я пойду. Но по факту да, самый известный польский хай-энщик и реально известный в мире. Ну и естественно, как одни поляки не могли, так сказать, снюхаться с другим поляком. Короче говоря, ФЕС решили сделать цифроаналоговый преобразователь и сделать его как-нибудь не как у всех. А как не как у всех? Конечно же, на лампе. А, естественно, кто делает ламповые ЦАПы, делает их лампизатор. И у него куча схем, которые были не реализованы, потому что, ну, он делает такие штучные вещи, да, а у него еще есть разные, ну, под промышленное производство, под более-менее масштабное. А масштабного у него нет, у него как бы мануфактурка. И вот в результате он разработал принципиальную схему этого ЦАПа. Насколько я понимаю, и сама плата цифрового преобразования и выхода на лампе, она тоже делается у него. А вот уже весь корпус, вот это вот все, это уже делается на Фезе и, конечно же, с трансформатором Тороиды, которые, собственно говоря, и царят над этим аудиофильским миром. Что же там внутри? Ну, во-первых, чип цифроаналогового преобразования. Не какой-нибудь там ESS, а АКМ. Окаянный. А Бёрр Браун 1794. Чтобы вы поняли, это чипы 15-летней давности. Ну, там что-то плюс-минус. Пару лет, я точно не помню. И они ничего не декодируют больше, чем 24-196. Или 192. Ну, поправьте. Господи. 196 же вроде. Или 192. Ну, короче говоря, никаких вам МКУА и ДСД. Что я, кстати говоря, концептуально вполне одобряю. Но почему же выбраны именно эти странные чипы? Спросим мы у Лукаша Фикуса. А он ответит. Чи сон еще музычные? Чи якісь питання?
Никаких переключений фильтров, апсэмплинга и других подобных благоглупостей. 4 входа, 1 выход и никаких блютузов. Да, кстати, сама схема, между прочим, аппарата полностью балансная, поэтому есть версия еще и с балансными входами-выходами. Ну как, входами-выходами, да. Но уже дороже. Да, друзья, и лампа стоит здесь не просто так для красоты. Можно было бы подумать, что это вот ламповый буфер, как часто любят делать люди. Просто через него идет звук, что-то там окрашивается, и типа ламповость появляется. Нет, это реальный выходной каскад с ЦАПа. Дает гейн что-то там 21 дБ или что-то такое. Короче говоря, лампа там реально работает в тракте. Если вы ее поменяете, многое поменяется. А их можно менять, кстати говоря. Про дизайн я не буду распространяться. Мне все нравится, как он сделан. Все зашибись. Как же оно звучит? Ну, честно, я ждал вот типичного авторского лампового звука, где ничего кроме лампы и не слышно. Вот это ее... вальяжность, густота, то, что особенно любят пожилые аудиофилы для прослушивания разнообразных хитов из клуба самодеятельной песни. Не то чтобы мои ожидания совсем не оправдались, но, во-первых, аппарат оказался прозрачный по звуку, потому что он даже в некоторых местах докопался чуть глубже, чем ЦАП референсный у меня в Марк Левинсоне. Хеллоу! И при этом лампа, безусловно, здесь слышна, но от нее взято то, что нужно взять. Вот эта вот насыщенность, сатурация, да, они есть. А вот мутности постарались взять, как это, настолько мало, насколько можно. Ну, конечно, мягкость есть. Атака мягкая. Но в целом здесь взято, в принципе, все лучшее, что можно было взять от лампы, и звук не превращен, ну, в какую-то чистую декорацию. Хотя, конечно, вся эта ламповая сатурация на определенных фонограммах, ну, я бы сказал, ну, я ее воспринимаю неоднозначно. Я, может быть, я люблю в прозрачность, вы знаете, да, мне вот это вот... то, что принято называть словом музыкальность, вот вызывает во мне некоторый скепсис. Понимаете, вот скажем, Мэнсон. Там же вот грув, состоящий из дисторшена, много гитар, перегрузки, вот это все. И, конечно, на этой штуке он превращается в сплошную стену звука, такую... Кстати говоря, может, это и неплохо. То есть это не мешает слушать, но мне как-то... всегда больше нравится, когда вот каждый звучок, зараза, выписан, понимаете? Мне такой широкий мазок... Нет, я хочу поточнее графика, чтобы была. Но в принципе вот. С другой стороны, для всякого моего любимого саунд-арта со всякими вот этими скрипами, развешанными в воздухе, всякий действительно там гитарный блюз, джаз вот этот весь... Там вокал, там, конечно, все такое сразу насыщенное, такое красивое, все звуки прямо у тебя из колонок, ой, вот они висят, такие прямо... Как это, понимаете, канифоль в смычке, слюна в мундштуке, все, понимаешь, пироги. Щелкотня электронная типа Apex Twin или Flying Lotus вот уже похуже, потому что, опять же, атака мягкая, а там очень важно, чтобы каждый звучок... При этом техно заходит отлично, потому что ритм эта штука держит, а вот наполненность баса, конечно, сразу вообще другая, там сразу бочка такая, ух, она прямо, и там басовая линька, синты басовые, о, прямо да. Но в итоге, друзья, я должен признать, что вещь по звуку оказывается очень интересная. Но, опять-таки, для тех, кто понимает, чего ему надо от звука. Если вы вот за всю эту аналоговость, насыщенность, красоту тембров и, прости господи, музыкальность, то во, это ваш девайс. Тем более, что он умудряется сочетать все-таки все эти параметры с очень серьезной проработкой фонограммы. И редко у меня душа лежит к девайсам, тем более цифровым, с ламповыми вот этими подвыпадвертами. Но этот хорош.